Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы будем готовить вкусный, густой, легкий, витаминный суп с кабачками и фаршем. Сначала мы нарезаем картофель. И опускаем его в кипящую воду. Пока готовится картофель, мы очищаем морковь, лук, кабачок. Еще нам понадобится яичная лапша, фарш, у меня говядина и индейка, и зелень, любая по вашему вкусу. Натираю морковь на крупной терке. И пережариваю морковь на растительном масле. Натираю кабачок на крупной терке. Кабачок я не буду пережаривать, а положу сырым в суп. Кабачок – легко усвояемый продукт, который насыщен витаминами, микроэлементами и не вызывает аллергию. Это позволяет использовать его в диетическом питании и даже для первого прикорма грудных детей. Кабачок укрепляет сердце, артерии, нервную систему и иммунитет и очищает от токсинов. Кабачок очень полезен. Тем более сейчас лето, и он очень доступен. Фарш я солю и перчу. И тщательно перемешиваю. Кроме соли и перца, я ничего в фарш не добавляю. Затем ложкой я выкладываю фарш в суп. Желательно комочки делать помельче, чтобы было удобно потом кушать. Потом морковь добавляю пережаренную. Все перемешиваю. И уже можно посолить сам бульон. Луковицу нарезаем. И также пережариваем лук до золотистого цвета. Нарезаю укроп или какую-то другую зелень по вашему вкусу. Наш суп уже почти готов. Кладем яичную лапшу, лук пережаренный и укроп. Вот такой ароматный суп у нас получается. Чем нравится мне яичная лапша, она не разваривается. Так у нее остается вид жестенький, довольно-таки и мягкий в то же время, такая она упругая какая-то. Хорошее по качеству. Она очень подходит для супов. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте полезные блюда и будьте здоровы. Всего вам наилучшего.